На днях в полицию обратилась 29-летняя жительница Московского района. Она рассказала, что из ее квартиры была похищена музыкальная и портативная техника на сумму 11 тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что преступник, скорее всего, отличается субтильным телосложением, поскольку проник внутрь через форточку. Вскоре подозреваемого задержали. Закрытая форточка залез. Денежных средств не хватало. Планшет, музыкальный центр продал. Как рассказал 33-летний мужчина, перед совершением кражи из квартиры он тщательно проверил, есть ли в ней хозяева. Для этого он открытую форточку бросил несколько камней, а затем, убедившись в их отсутствии, он проник через нее в квартиру. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу. Полицейские предупреждают, что в летний период хозяевам квартир необходимо быть особенно бдительными, не оставлять свое жилье на длительное время без присмотра, не хранить ключи в легкодоступных для других местах и не сообщать посторонним о своих планах покинуть на выходные пределы города. Артем Агалаков, Ольга Лаврова, эфир 24. Знай наших, участвуй в акции Куранова 80 и получай призы. Подробности на сайте www.efir-kazan.ru.